Несмотря на прилагаемые усилия в области вакцинации от коронавируса, дальнейшее восстановление экономики, как ожидается, будет неравномерным. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Определенный риск, отмечают эксперты, связан с появлением новых штаммов коронавируса и повышенным потенциалом их распространения. ОЭСР прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в 2022 году. Показатели роста ВВП Китая снизятся в будущем году с 8 до 5%. Что касается экономики США, по итогам этого года рост ВВП страны увеличится до 5,6%. В следующем году этот показатель снизится до 3,7%. Сопоставимую динамику продемонстрирует и еврозона. Авторы доклада подчеркивают, что сохраняющийся разрыв между спросом и предложением на некоторые товары в сочетании с подорожанием продовольствия и энергоресурсов привел к более высокой и более устойчивой инфляции, чем ожидалось.